Опять дискотека фокусировки чуть не началась. Привет, ребята, с вами Платон. Вы на канале Дневник Платона. В общем, пока, когда мы запускали сегодня змея, напомню, что дата публикации видео про змея и этого видео 20 мая 2023 года, к нам подкралась разрушившаяся гроза, которая не давала грома и молнии, но зато дала мощный паводок. И еще на улице пахнет рыбой. Вот почему я решил, что это гроза. Она как бы над морем уже ослабла, но смерч на море, наверное, днем был, когда гроза еще была это на море. И он засосал рыбы. И вот на улице теперь воняет этой рыбой. Простите меня, конечно, за такие предположения. Папа говорит, что, может быть, там привезли все соседи по домикам. Но я думаю, что это смерч все-таки. Вот. Сейчас я, конечно, не могу передать вам всю эту атмосферу этого бешеного ливня. Потому что мое, в кавычках, 4К разрешение на телефоне не может дать вам запах рыбы. Сильный шум дождя по всей улице, хотя его, в принципе, слышно в каждом моем видео с мегапаводком. И, ну, кстати говоря, я, видимо, понял, что муссон у нас идет дней 10, ну или недельку. Ну, в общем-то, недельку идет у нас муссон. Но перед двумя муссонами, ну, вернее, перед муссонной ячейкой и циклоном идут 2 дня, наверное, солнечных. Так, такое у меня предположение метеорологическое. Может быть, я ошибаюсь. Я не профессионал, как видите, по моему возрасту 10 лет. Но паводок у нас довольно мощный. Снято!